Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня это честь выступить перед молодыми специалистами, будущими молодыми специалистами, поскольку есть студенты Объединенной авиастроительной корпорации. Сегодня авиационный мир стал глобальным, и рынки стали глобальными, поэтому, разрабатывая новый самолет, мы всегда проводим сравнение с аналогами не только отечественными, но и зарубежными. Для научных исследований тоже чрезвычайно важно знать, каковы же требования, собственно, сообщества, кто же люди, эксплуатанты авиационной техники, кто будет летать на самолетах, какие требования к самолетам будущего. Это тоже некоторая наука, она имеет, я имею в виду, требования и понимание отношения общества к авиационной технике, к авиационным перевозкам меняется со временем. Вот, если раньше радовались просто скорости, радовались там пассажировместимости, ну, позже, так сказать, низкому расходу топлива, да, что эффективный самолет, то сегодня, значит, создание авиационной техники проходит в очень жестких таких условиях требований, так, к многим-многим-многим характеристикам летательного аппарата. И не только аппарата, но и всей авиатранспортной системы в целом. Ну вот здесь вот показаны самые главные из них. То есть люди хотят лететь, летать безопасно. У нас сегодня с вами, значит, ну это мировая статистика, примерно одно происшествие на миллион вылетов. Вот, а желательно, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок гражданской техники. Вот. А в ближайшие вот, 5 лет, а потом уже и 10 лет, ну, показатель должен улучшиться в 5 раз, то есть одно происшествие на 5 миллионов вылетов, ну и дальше там, значит, 8 раз, то есть одно происшествие на 8 миллионов вылетов. То есть самолеты должны быть более безопасные, они должны меньше причинять вреда окружающей среде, выбросы окислы углерода, окисла азота. И, конечно, шум. Шум, аэропорты подходят все ближе и ближе к городам, или точнее города растут, и они становятся непосредственно, уже останавливаются у границ города, где живут люди с детьми, там, старики и так далее. Поэтому шум один из важнейших показателей. В конечном счете мы, используя вот эти показатели или требования высокого уровня, значит, продумали и изложили в документе, который называется «Национальный план развития науки и технологий в авиастроении», значит, какие исследования нам надо проводить для того, чтобы удовлетворить вот все время ужесточающие требования человечества, что ли. Национальный план – это уже официальный документ, он является стержневым документом вот в новой государственной программе развития авиастроения до 2025 года. Общий объем финансирования на именно научную, технологическую часть составляет примерно 268 миллиардов рублей. Вот, ну и по текущему курсу там около 4,5 миллиардов долларов. Это огромные суммы. Но основополагающим документом для национального плана, собственно говоря, был вот тот самый «Форсайт», о котором меня попросили рассказать. Форсайт или прогноз развития науки и технологий на ближайшие 10 лет. Вот основные исполнители этого форсайта, это в основном научные институты. Они заглядывают очень далеко вперед именно так. 300-страничный документ. Ну и вот, собственно, на основе него и разрабатывался уже национальный план уже всей нашей авиационной промышленности. Значит, в этом форсайте, прогнозе, четко, значит, имеется 5 основных разделов. Первый раздел мы, так сказать, анализируем и даем прогнозы по развитию научных исследований и технологий в области планера, то есть каким образом будет меняться внешний облик летательного аппарата, какие черты будут новые появляться и так далее, какие особенности расположения двигателей, какие-то другие конструктивные особенности. Вот, может быть, особенности эксплуатации на аэродромах там, и так далее, укороченные взлеты, посадки и так далее. Это планер, так, первый раздел. Второй раздел – это силовые установки и, конечно, интеграция силовой установки в составе планера. Это сейчас неотъемлемо.
Ну, пример есть, я потом, может быть, приведу попозже. Хорошо, не буду сейчас останавливаться. Третий раздел – материалы и конструкции из них. Вы знаете, что мы живем в эпоху, когда меняется вообще как бы парадигма, да, так сказать, или уклад в области материаловедения. Если когда-то, там, 70 лет назад человечество перешло от дерева к металлу, это где-то конец 20-х, начало 30-х годов, то сейчас идет массовый такой очень продуманный переход от металла к композиту. Вот. Ну и вот предсказания многих и ученых, технологистов, конструкторов, что, по-видимому, будет и 4-й век, когда уже нельзя будет точно сказать, что это металл, композит, это будет что-то такое интегрированное, выращенная специально под конкретную задачу, под конкретные нагрузки, которые аппарат должен внести, это будет, видимо, следующая революция. Но сейчас все сжимается, поэтому я думаю, что мы увидим и массовое использование композитов, оно уже вошло, по сути дела, входит в нашу жизнь, и следующий этап тоже увидим. Четвертый большой раздел – это все самолетные системы, и важнейшей из них является, конечно, бортовое оборудование, авионика, но не только. Сегодня даже шасси представляет собой такой наукоемкий продукт, где есть свой процессор, есть свой интеллект, который анализирует, там, скажем, свойства или характеристики амортизации в зависимости от полосы там, и так далее. То есть это уже тоже какой-то такой умный девайс. Ну и пятый раздел – это весь инструментарий, который есть в руках у специалистов, инженеров, ученых, конструкторов. Это и программы расчетные всевозможные, и экспериментальная база, с помощью которой мы добываем новые результаты. Нереально, что вот в документе все это отразить. Мы понимаем, что никто не скажет, что вот мы сделали, продумали, и теперь 10 лет будем по нему жить. Мы даже в самом этом, в конце раздела, так сказать, написали о том, что каждые 2 года мы будем пересматривать и уточнять эти направления. Уже жизнь меняется, появляются какие-то новые вещи, которые нам не приходили в голову. То есть этот документ будет таким живым. Вот. Ну и, наконец, вот по заданию нашего министерства, совместно с Высшей школой экономики, мы разработали такую дорожную карту уже развития авиастроения, где, собственно, на основе этих технологий дается целый набор, огромный набор возможной уже техники, которая могла бы быть создана вот с какими-то определенными новыми характеристиками и продвинутыми такими, знаете, параметрами. Вот, значит, ну, вот где мы сегодня находимся, какие тут вызовы перед нами стоят. Ну, вот здесь вот самые 2 верхние кривые показывают характеристику расхода топлива на пассажирокилометр, да, в зависимости от этого параметра, от емкости, от пассажировместимости самолета. Вот старое поколение, предыдущее поколение, сегодня летающее, 320-го Airbus'а, значит, Боинга, чуть ниже то же самое, это уже ремоторизированные, те, которые должны войти, они сейчас еще пока не летают, но в ближайший вот год, по-видимому, начнут летать. Это Airbus NEO, New Engine Option, и Boeing Max. В зависимости от расхода топлива для MS-21, соответствующая кривая, да, вот красненькая такая. А вот зеленым это показано то, что ожидает все как бы такое мировое сообщество от авиастроителей. Вот те самые параметры, о которых я начал говорить в начале. Вот. То есть общество на самом деле ожидает от авиастроителей лучших результатов. Это вот зависимость для поколения N+1. Это самолеты, которые должны войти в эксплуатацию сразу вот за Боингом 787, то есть где-то на рубеже вот конца 10-х и начала 20-х годов. Существующие самолеты практически все турбулентные, то есть поток вокруг этих самолетов, он турбулентный, а турбулентное трение, оно в 5-6 раз выше, чем ламинарное трение. Поэтому одно вот сразу появляется, одно из перспективных направлений, это ламинаризация. То есть нам надо сделать такие формы, придумать, да, чтобы обтекание самолета было ламинарным. Тогда мы в 5-6 раз уменьшаем сопротивление трения. Но больше резерва никакого нет на стандартной компоновке. Вот, поэтому весь мир, так сказать, и мы гордимся именно тем, что ЦАГИ
примерно 30-35 лет назад впервые предложили вот компоновку, которую на Боинге назвали Blended Wing Body, размазанная между крылом и фюзеляжем, да, так сказать, компоновка, мы называли просто летающее крыло. Эти компоновки сразу позволяют, так сказать, примерно на четверть улучшить аэродинамику самолета, повысить аэродинамическое качество. Вот. Это следующий шаг, ближайший, который вы точно не просто увидите, а вы будете над этими вариантами работать. Вот. Там уже, конечно, огромное разнообразие подходов, вот двигатели, значит, стандартные двигатели, расположение сверху, чтобы экранировать шум, да, для экранирования шума. Двигатели, которые по сути являются электрическими двигателями, вот верхняя картинка, да, с такими многими, как забор. Вот, по сути дела, это электрические двигатели и большой один двигатель-генератор тока. Вот, это уже, это, кстати, как бы на сегодняшней терминологии считается поколение N+3. То есть это где-то ближе там, к 40-му году. Ну и целый ряд инноваций, которые позволят еще выше поднять вот такого рода компоновки по сравнению с традиционными. Ну, концепция открытого ротора. Это, кстати, эксперимент в трансзвуковой трубе ЦАГИ. Здесь показан, так, испытание. Это европейский проект, в котором ЦАГИ принимал активное участие. Испытание вот этой концепции двигателя с открытым ротором тоже рассматривается как один из вариантов развития вот авиастроения, использования в планере. Они отличаются очень хорошей экономикой, экономичной, но повышенным шумом. С другой стороны, такие компоновочные решения, когда двигатель помещается в сплющенную хвостовую часть и, по сути дела, экранируется и снизу, и с боков оперением, и конструкцией, позволяет, тем не менее, снизить даже шум на 2-3 дБ по сравнению с существующими ТРДД большой степени двухконтурности. Вот такая концепция регионального самолета. Вот здесь показана модель М60, которую сегодня мы хотим дальше посмотреть и исследовать в качестве такого технологического демонстратора. Класс самолетов, который практически забыт, это вот самолеты местных авиалиний. Но тем не менее в России этот класс почти у нас исчез. Вот, и мы сделали работу, где еще раз попытались взвесить все и вся, требования рынка, ожидания наших перевозчиков. И вот изложили как бы технологическое лицо этого самолета, каким он должен быть. Ну и многие вещи, они, конечно, нас удивили. Вот, например, когда результаты были получены, что дальность этого самолета должна быть не меньше 1400 километров. Спрашивается, зачем, если между аэропортами расстояние в среднем 500-700 километров, в Сибири или в европейской части. Это просто потому, что у нас погода, все-таки у нас не Калифорния, и часто бывают снега, снежные бури, дожди, ливни там и так далее. И если самолет взлетел и не может сесть на свой родной аэродром, то он должен лететь на другой, то есть добавить еще столько же в своем расстоянии, в дальности. Или, прилетев на какой-то дальний аэропорт, где даже нет заправщиков, высадить пассажиров, взять других и прилететь обратно. То есть это двойное расстояние. И отсюда у нас сразу отпадает практически все, что сегодня летает в мире вот в этом классе. Просто из-за того, что у нас огромная страна, что у нас не очень хорошо возделанная, так сказать, почва, я имею в виду, не так много хороших аэродромов со всей инфраструктурой. Вот вам требования, которые должны лечь во главу угла для разработчиков такого класса машин.